И в поисках других маршрутов все больше беженцев, направляющихся в Европу, предпочитают северный транзит через российское Заполярье. Сотни людей уже прибыли в приграничные районы Мурманской области, чтобы продолжить путь в Норвегию. Причем, чтобы попасть туда, многим приходится пересесть на велосипед. Почему, узнал Александр Лякин. В Заполярье уже самая настоящая зима, выпал снег. И в спортивных магазинах самый ходовой товар – это снегокаты, санки и, как ни странно, велосипеды. Кассу этому магазину в приграничном городе Никель делают покупатели с Ближнего Востока и Африки. Им всем нужен велосипед, чтобы доехать отсюда до норвежской границы и пересечь ее, как того требует правило, на любом транспортном средстве. Не понимаешь по-русски. Вы не понимаете? Да, они тоже не понимают по-русски. Кого только нету. Все сирийцы, иранцы, африканцы. То есть много очень национальностей. Ну как бы так по ним особо не различить. А какие самые ходовые велосипеды? Да им без разницы, какие им. Главное, чтобы ехали. То есть чем дешевле, тем лучше. Они, может, там в гостинице отдыхают немного и оттуда уже до границы на велосипеде. А сколько до границы отсюда? Ну, 40 километров. Патрик из далекой Африки всего несколько раз прежде катался на велосипеде. А снега до этой недели и вовсе никогда не видел. Старенький минский АЭЦ со спущенным задним колесом стал для него сущим наказанием. Но уже через час он освоился и довольно лихо вписывался в повороты на улицах заполярного города Никель. У вас колесо спущено заднее? Сзади? Вы откуда? Эфиопия, да? Да. Для беженцев местные скалистые пейзажи все равно, что поверхность неизвестной враждебной планеты. Чтобы преодолеть 40 километров по снегу до норвежской границы, нужна хоть какая-то тренировка. Возле местной гостиницы молодые мужчины осваивают двухколесные байки. Про безопасный и относительно дешевый северный маршрут в Европу они узнали из средств массовой информации. В Норвегии они принимают ровно 8 тысяч человек, беженцев. Его в первую очередь сирийские, афганские и ираки. И остальные, короче. Квоты выберут они? Да. И все, и закроют границу. Но до 4 января, как информация у нас есть, до 4 января. Большинство беженцев здесь из Афганистана. 12 лет контртеррористической операции под руководством США и Великобритании не сделали их жизнь на родине хоть сколько-нибудь безопасней. Поэтому афганцы используют любую возможность покинуть свою страну. И Россия для них удобный трамплин. Многие учились в русских школах, у некоторых тут живут родственники и знакомые. Сарафана радуется, работа рада, допустим, там народ приезжает больше. Граница... Не успевает пропускать столько народа. И поэтому создаются условия для того, чтобы, допустим, там кто-то за деньги, допустим, там очередь должен покупать на границе. Как это часто бывает, появились люди, которые ищут возможность заработать на безвыходном положении беженцев. Ходят какие-то списки, без которых в сторону границы не выпускают, ни пешком, ни на велосипеде. Суммы за переход называют разные. Говорят, что за $1000 хоть сегодня будешь в Норвегии. Отсюда бесплатно никто тебя не отправит, до автобуса не отправляют. Все равно мы велико покупаем, да? Главное это, чтобы они не опускать народа много отсюда. И ждет, у нас срок закончится. У меня друг есть там, у него 2 дня визы остался. Но даже эти условия не сравнить с тем, что творится на границах Словении, Хорватии и Венгрии. Сколько еще будет открыто это окно в Европу, никто не знает. Но поток беженцев через Мурманскую область растет с каждым днем. Александр Лякин, Сергей Шилин, Кирилл Зельвянский, Сергей Левашов, Первый канал, Мурманская область.